прослушиванию докладов как в нашей секции, так и в малой. А мы открываем наш завершающий блок выступлением Дмитрия Дрынова из учебного центра «Полигон», который расскажет о том, как выбрать курсы компьютерной графики и разработки игр. Давайте поприветствуем спикера. Спасибо. Полное название наше – это учебно-практический центр компьютерной графики и разработки игр. Перед тем, как я приступлю к главному, немножко расскажу о нас. Мы непосредственно обучаем специалистов для игровой индустрии и даем возможность реализовать полученные знания на практике. Кому интересно, можете подойти в конце, я расскажу, как это происходит. У нас нет прямого трудоустройства, но есть определенные моменты, которые позволяют получить опыт, еще не работая. То есть вы после курса сразу получаете опыт и есть возможность попасть в игровую индустрию. Вообще, кому интересны игры, кто любит играть в игры мобильные, на консолях, на компьютерах? Да, ну, никто не... Да-да, вижу. А кто хочет участвовать в разработке игр? Круто. А кто знает белорусские компании, которые разрабатывают игры, кроме Wargaming? Белорусские. Даже не белорусские, минские. Вот, да, два человека, да? Ага. Скажу, с теми, с кем мы сотрудничаем, это около 30 минских студий. То есть вы, возможно, даже не знаете, но в ваших телефонах установлены игры, которые разработаны в Минске. Почему так? Это отдельная особенность. Разработчики – это люди такие тихие, спокойные, они не любят никуда высовываться. Они спокойненько запускают свои стартапы, зарабатывают деньги, работают тихонько. Вы редко увидите какие-то вакансии или редко услышите выступления их, но они есть, существуют, и им нужны специалисты. Собственно, этим мы и занимаемся. У нас школа маленькая, потому что рынок разработки игр у нас пока еще только развивается. Соответственно, с развитием рынка будем расти и мы. Давайте пойдем дальше. Первым делом, если вы хотите заниматься компьютерной графикой или разработкой игр, вы непосредственно должны выбрать, чем конкретно вы хотите заниматься, так как это направление на самом деле очень большое. Компьютерная графика используется и начала использоваться в науке. Оно оттуда и вышло. Сейчас, извините. То есть изначально, ну, скажем так, грубо, у айтишников появилась необходимость визуализировать свои данные. И появились первые какие-то графики, диаграммы, которые способствовали реализации их каких-то задумок. Она оттуда возникла и постепенно перелилась во всю нашу жизнь, где бы вы сейчас не находились, чем бы вы ни занимались. Где есть IT, там есть компьютерная графика. Те, кто работают на производстве, либо занимаются хардвей стартапами, разрабатывают свои какие-то продукты, им необходима компьютерная графика для создания чертежей, для инжинирингового анализа своих разработок. Есть еще такое направление — индустриальный дизайн, где есть дизайнеры, которые разрабатывают визуальное решение каких-то продуктов, которые в будущем будут производиться. Те, кто хотят идти в производство, вот есть направление, можно в нем развиваться. Есть направление
я объединил книги анимации и кино. Если вам нравятся книги с иллюстрациями, если вам нравятся комиксы, компьютерная графика поможет вам реализовать ваши задумки и воплотить их в виде каких-то книг, обучившись основам компьютерной графики. Если у вас есть идеи какого-то мультсериала или мультфильма, вы тоже можете использовать компьютерную графику 2D и 3D направления для того, чтобы реализовать свои идеи. Те, кто любит кино, спецэффекты в кино, также могут использовать компьютерную графику для того, чтобы эти спецэффекты, собственно, и делать. С точки зрения компьютерной графики, более правильно они называются визуальные эффекты, просто для информации. И отдельное направление игры, собственно, чем мы занимаемся. Мы занимаемся только играми. 99% наших курсов, наших преподавателей, нашей деятельности направлены на игровую индустрию. Если вы хотите заниматься компьютерной графикой, то для начала вы уже можете выбрать сферу деятельности, в которой вам интересно работать. Немножко про игры. Нет, еще немножко про компьютерную графику расскажу. Если взять в общем, то сфера деятельности занимаются тем, что создают новые вещи в реальном мире, либо визуализируют какие-то вымышленные миры авторов, либо создают какие-то виртуальные интерактивные миры, где вы можете непосредственно участвовать и как-то взаимодействовать с этим миром. Конкретно про игры. Так как мы занимаемся играми, возможно, будет интересно найти направленность свою в игровой индустрии. Я разделил грубо на три таких блока: программисты, художники, геймдизайнеры. Начну с художников. Под ними подразумеваются как просто иллюстраторы, 2D-художники, 3D-художники, моделеры, текстурщики. Там куча очень всего, аниматоры, это все художники. Программисты их просто называют артистами, художниками, поэтому я их объединил, потому что у них у всех одна цель. Они создают внешний облик мира и придумывают, как внешне выглядят его обитатели. Ну, так как игры — это создание мира, то, соответственно, все завязано на этом мире. Те, кто видит, что рисунок — это вообще не их, им не нравятся какие-то классные изображения великих художников, то они могут пойти в программисты. Это уже ближе непосредственно к тому IT, о котором сегодня говорят. У нас это в основном C-Sharp и Unity завязка. Вот. Программисты там, собственно, оживляют мир. Художники его нарисовали, программисты его оживили в том плане, что они объединили все, что сделали художники, в некий цельный мир, заставили в этом мире объекты взаимодействовать друг с другом, наделили их какой-то логикой, пока искусственным интеллектом, прописали, какие законы там действуют в этом мире и так далее. И геймдизайнеры — это, скажем так, мозг в игровом проекте, о которых мало знают. Обычно программисты сразу начинают свои проекты делать, там, иногда подключают художников. Вот. Но мозг у серьезного проекта — это геймдизайн. Это люди, которые делают игру интересной игроку. То есть это очень сложная, очень спорная профессия, которой вы нигде не научитесь. Она включает в том числе и психологию, и какое-то философское размышление, и в том числе и математику, и какие-то, возможно, азы программирования, и понимание каких-то базовых вещей даже в рисунке. То есть она охватывает все. Как правило, такие люди, они чаще рождаются, чем обучаются где-то. Вот. Поэтому кто хочет оживлять мир
можете смотреть курс по программированию. Те, кто хочет рисовать, создавать свои какие-то визуальные решения игровых локаций, персонажей, игровых объектов, можете идти в художники. Ну, а кто ни туда не попадает, но ему очень круто нравится играть в игры, он разбирается, он видит, где какие баги и как их можно улучшить, ну, можно попробовать геймдизайнера. Если коротко, компьютерная графика позволяет вам немножко побыть богом, создать свой мир, ну и творить там, чего вам хочется. То есть это такие люди, которые интроверты, сидят за компьютерами целый день, что-то делают, вот, но ощущение у них, когда они что-то делают, вот, что они такие боги, их никто не понимает, они просто творят, ну и создают что-то прекрасное. Кто хочет создавать свои миры? Ну, собственно, те, кто хочет разрабатывать игры. Тут уже говорили и не раз о важности своего профессионального самоопределения. Также затрагивали вопросы, можно ли в 30 лет пойти в IT. Это очень все взаимосвязано. Чем раньше вы определитесь, что вам нравится, чем вы хотите реально заниматься, тем больше шансов стать квалифицированным профессионалом, уже сеньором, и запускать какие-то свои проекты, вести свои команды. И вот. Я расскажу небольшую историю, но как раз по этому случаю вспомнил. На прошлой неделе я общался со своим братом. Он какое-то время назад пошел на курсы по Java-программированию при одной крупной IT-компании. Вот. Он всегда любил Java, он со школьных лет ну, интересовался этим языком, он его манил. Вот. Но никогда он не воспринимал этот интерес серьезно. То есть, ну, просто по вечерам, свободное время, когда никто не отвлекает, он садился, там что-то ковырял, что-то делал. Вот. При этом работал на другой работе, связанной с компьютерами, но не связанной с IT напрямую. Вот. И ему на прошлой неделе позвонили, сказали, что это IT-компания готова его взять на работу на ставку джуниора в $300. Моему брату 35 лет. У него семья, двое детей, у него работа со стабильным заработком, которая превышает в 4 раза то, что ему предлагают. Но она ему не совсем интересна в данный момент. И вот возникает такой вопрос, что делать? Остаться на своей работе, продолжать жить так, но по вечерам ковырять эту яму, либо пойти профессионально работать в этой сфере. Но спуститься вот оранжевая линия, да, это вы начинаете свой профессиональный рост в какой-то сфере и осознаете в какой-то момент, что она вас не удовлетворяет. И вы спускаетесь опять на нулевой уровень и с джуниора начинаете опять все осваивать. Но вы потеряли уже там 5-10 лет. У вас уже большая ответственность перед собой, перед семьей, то есть это уже влияет не только на вас, но и на семейный бюджет, на отношения в семье. Поэтому очень важно найти себя. Ну, а когда уже нашли, просто развиваться в направлении, которое вам интересно, поглощать информацию тоннами, гигабайтами. Так как рынок постоянно меняется, обновляется, появляется что-то новое. Вот. Для тех, кто уже определился, для тех, кто знает, чем хочет заниматься компьютерной графикой или разработкой игр, он хочет быть программистом или художником, необходимо
искать курсы, которые вам позволят стать специалистом в этой сфере. То есть, как правило, это более длительные курсы по времени, они более дорогие, но они дают более... они дают тот результат, который вы хотите. Вы хотите уже пойти в игровую индустрию, вы хотите стать специалистом. Если вы еще не решили, если вы еще думаете, чем вам заниматься, то вашей целью будет узнать о профессии, нежели стать специалистом. И на эту цель, если вы еще думаете, лучше искать курсы, которые имеют короткую длительность, потому что цель у вас не стать специалистом, а просто узнать сферу деятельности и узнать, интересна ли она вам. И искать курсы подешевле, потому что зачем вам профессионал там, из того же Wargaming, который будет вам за 5000 долларов рассказывать то, что вам неинтересно. Вот это три критерия, которые часто влияют на выбор нашего обучения, в том числе и курсы, и профессиональное обучение в вузах. Это результат, который вы хотите получить, это время, которое вам необходимо затратить на то, чтобы достичь того результата, и это деньги, которые вы готовы вложить в ту цель, которая у вас есть. Есть еще один такой момент, он внутренний, для курсов скорее, чем для абитуриентов. Это вот три таких момента, вы маркетинг-инструктор. Когда вы смотрите какую-то информацию на сайте, либо вам рекомендуют какие-то курсы, у вас формируется мнение об этом курсе, представление, что это за курс и чему вы там научитесь. Когда маркетинг оформляет это все на сайте, либо размещает рекламу, у него цель другая. У него цель – привлечь как можно больше клиентов. И то, что описывает маркетинг, не всегда совпадает с тем, что действительно будет на курсе. Вам важно, чтобы вы пришли на курс, который удовлетворяет вашим потребностям, где говорится о том, что конкретно вы хотите получить, и вы это получите. И есть инструктор, у которого тоже есть свое видение этого курса. Он изначально, возможно, его и придумал, у него есть какие-то цели, он преследует на этом курсе. Но о нем, возможно, догадывается маркетинг и совершенно не знает человек, который идет на курс. Для этих целей я рекомендую стараться как-то найти контакт, общаться непосредственно с инструктором и узнать, что он хочет дать на курсе и сказать, что вы хотите получить от курса. Для этих целей у нас лично проводятся собеседования перед занятиями. Обычно на курсе просто записываются, приходят там 15-20 человек, их обучают, со временем из них остается 5-6 человек, они благополучно заканчивают и все. У нас группы маленькие, у нас максимальная группа это 6 человек. Это сделано специально, потому что нам очень важен индивидуальный подход. И с 15-20 людьми вы просто не сможете индивидуально уделить каждому там, за отведенные 1,5-2 часа необходимого времени. Поэтому нам важно набирать крепкие группы, и для этого мы проводим собеседование. Это не то собеседование на работу, где узнают, подходите вы или не подходите. Это собеседование, где у абитуриента спрашивают, чего он хочет, какие у него цели, вообще интересно ли ему то, куда он идет. Спрашивают, что он ожидает от курса. И инструктор рассказывает, что будет на курсе, и какие из его ожиданий оправдаются, какие нет. На этом этапе мы уже сразу выделяем людей, которые действительно хотят на этот курс, и он им будет полезен. Либо люди сами видят, что этот курс им не совсем подходит, они не тратят свое время и деньги, а спокойно идут
искать себя на какие-то другие курсы. Если у нас есть возможность, мы рекомендуем как наши курсы другие, так и другие школы. Вот. Это собеседование. Также очень важны рекомендации. Многие это называют трудоустройством. В частном секторе очень трудно трудоустроить людей после курсов, потому что ни одной из компаний не нужна лишняя нагрузка просто так, чтобы посадить людей. Поэтому мы называем это рекомендациями в том плане, что ребятам, которые показывают плохие результаты в течение курса, мы рекомендуем взять паузу, забрать свои деньги и подумать, может, им лучше вложить эти деньги в какое-то другое направление, которое им больше нравится. Если у них все прет и получается очень хорошо, мы их рекомендуем нашим студиям-партнерам. Также сами студии периодически интересуются молодыми специалистами. У многих студий есть, помимо проектов, которые они ведут, какие-то внутренние проекты, которые они пробуют. И им часто нужны молодые специалисты, которые будут делать какую-то мелкую работу, и при этом не надо на это место брать какого-то квалифицированного специалиста. Ну и финансовая безопасность очень важна. Как я сказал, мы возвращаем часть денег, если человеку не нравится на курсах или он увидел, что это не его. Ну, потому что наша главная цель – это обучение специалистов, а не генерация людей, которые что-то умеют, но им это неинтересно. Вот. Поэтому мы с радостью возвращаем и работаем с теми оставшимися, которые горят и стремятся стать профессионалами. Ну, коротко все, спасибо. Я выступаю редко, поэтому немножко нервничаю. Спасибо большое за доклад. Друзья, к нам возвращается наша уже хорошая традиция разыгрывать подарки за вопросы. Поэтому Дмитрий сейчас с радостью кому-то подарит заветный подарок. И я готов, и Дмитрий, слушать ваши вопросы, поэтому, если они у вас есть. Здравствуйте. Какая должна быть база, чтобы идти учиться в ваш центр? Что нужно знать? А кем вы хотите стать? Что интересует? Если, например, разработчик игр. В данный момент на разработку игр, как вам ответить правильнее? В данный момент мы берем людей, которые имеют какую-то хоть базу по программированию. Потому что это программирование — это такая штука сложная, и если начинать совсем с нуля, то это курс растянется, то есть сначала мы будем обучать программированию, потом будем обучать непосредственно уже разработке. Сейчас у нас программированию выделен один месяц, это 8 занятий, чтобы, скажем так, перевести человека с того, что он знает, в C-Sharp, если он не изучал C-Sharp. Но мы по собеседованиям отбрасываем людей разных уровней. То есть люди, которые приходят уже со стажем работы в IT программистами. И есть люди, которые приходят, они только начинают ковырять где-то что-то. Вот. Мы этих людей сортируем и запускаем. То есть если у нас собралось 6 человек уже опытных, мы запускаем группу этих опытных. Но не добавляем туда тех людей, которые имеют малую базу. И то же самое, если у нас собралось 6 человек с небольшой базой, мы запускаем их отдельно. То есть мы туда не добавляем людей, которые уже умеют хорошо программировать. Потому что это, как правило, этот резонанс, он сильно влияет на успеваемость, так как тем, кто уже программирует, уже опытным, им неинтересно по 100 раз слушать то, что пытаются объяснить новичкам, и в то же время новичкам не очень приятно, когда их согруппники делают гораздо больше, чем могут они, и у них получается какой-то такой комплекс, что они не, это не их, у меня не получается так, как у другого, поэтому мы сортируем по уровню,
Вот. Поэтому есть возможность, но в любом случае надо иметь какую-то базу. У нас человек попал без базы. Он после собеседования сказали, что может подучись. Он пошел на онлайн-курсы, прошел по C-Sharp базовый курс, его потом взяли. Вот. Здравствуйте, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, я тут услышал, что люди, которые работают в маленьких коллективах, например, там, до 15 человек, да, то при разработке какой-либо игры он выполняет несколько операций. А, например, люди, которые работают в больших компаниях, то они выполняют вот строго определенную операцию. Скажите, пожалуйста, вот человек, который работает в большой компании, он может стать узконаправленным, и это плохо ли отразится на него? Ну, мне кажется, если человек станет узконаправленным в большой компании, скажем так, в большой компании, чем уже твоя направленность, тем ты можешь лучше там в ней развиться. И у него уже не будет проблемы найти работу, я думаю, он в той же специфике будет работать и дальше. То есть он пойдет в другую большую компанию или создаст свою какую-то... Вот. Что еще сказать? Пытаюсь сформулировать мысли. Логично. Наверное, пока все. Какие технологии изучаете в основном? Основном это Unity C-Sharp, это пока 100%, потому что это быстро, это легко. Unity это готовый игровой движок, где при необходимости вы даже можете купить какие-то готовые решения, подключить их и работать. Это очень простой, легкий вход в игровую индустрию, в разработку. Да, если пойти дальше и глубже, то тут уже надо получать или иметь бэкграунд математический. Просто чтобы что-то сделать более сложное свое, тут уже просто теми знаниями, которые дадим мы, пока мало. То есть вы научитесь делать игры, но несложные. То есть вы не напишете искусственный интеллект очень сложный. Вы напишете его базовый, основываясь на вашем математическом бэкграунде. Если у вас с математикой все хорошо, вы знаете матрицы, вектора, работаете с функциями, что там еще, с теорией вероятности у вас все отлично, то, скажем так, вы будете более профессиональный разработчик. Мы пока даем базу. На нашем курсе по разработке вы разработаете свою игру, а дальше уже эти знания будете использовать так, как вам надо, и расширять то направление, в котором вам необходимо. Так, такой вопрос. Если тебе нравится одинаково и моделирование, и программирование, то есть, у меня так получилось, то, что мне одинаково нравится и моделировать, и программировать, учусь на программиста, потому что вот, что все-таки следует выбрать или следует развиваться и по той, и по другой области? По востребованности это отдельная тема, так как у нас рынок сейчас игровой не такой большой, как полноценный IT, то по востребованности тут скорее надо искать. Ищут людей горящих, в которых это внутри все вложено. То есть, если вы хотите заниматься и программированием, и моделингом, мне кажется, что лучше стать разработчиком игр, когда вы сможете, допустим, на работе на аутсорсе разрабатывать свои проекты, и даже сами для них какие-то модельки делать или подключать 3D-моделеров, и вы будете знать, как им объяснять, что им объяснять, и какие модели будут корректны для вашей игры. То есть я бы сказал разработчикам, для него и на аутсорсе есть больше работы. И так как вы два в одном, возможно, вам это будет в плюс.
конечно, я бы сказал так, для 3D-моделеров и художников это люди, которые, настоящие 3D-моделеры и художники, это люди, которые горят этим делом. То есть, если у вас есть склонность к программированию, то, скорее всего, надо идти программировать. Друзья, у нас вопросов много, но времени уже мало. Мы, конечно, дадим всем право высказаться, но давайте, пожалуйста, более сжато. Вы сказали, что есть около 30 компаний у нас в стране. Ну, реально найти их сложно. Я нашел где-то 7. Может, как-то охарактеризуете рынок этот геймдева в Беларуси? На чем больше специализируется? Есть ли у вас конкретно на гейм-дизайнера, то есть там дизайн-документацию разрабатывать, такие курсы? У нас есть курс гейм-дизайна, но пока базовый, и там охватывается все, в том числе и документация. Более детально развивать курсы пока смысла нет, так как нет такой востребованности специалистов. Ну, про игровые компании, одну игровую компанию, если вы не знали, вы узнаете сейчас после моего выступления. Скажем так, мы сами не могли их найти изначально, да? Мы поступали как? Мы находили одну компанию, спрашивали у них, а какие не знают еще компании. Вот. И таким вот макаром, такой сеткой мы постепенно находили тех, о ком даже и не знали. Даже находили знакомых, которые, оказывается, работают в таких компаниях. То есть это такая вот специфика. Я думаю, на следующем выступлении Михаил сможет более детально ответить на этот вопрос. Здравствуйте. Сейчас на рынке очень много игр, и я бы хотела на примере тех же Angry Birds задать вопрос, почему Angry Birds выстрелили, ну, как игра, там, как фильм, вообще как бренд, а, ну, очень много же похожих игр, а они почему-то не выстреливают. От чего это зависит? От рекламы, от там, имени, от графики вообще? Что влияет вот на этот выстрел? Магия или все-таки это продуманная какая-то схема? Я отвечу со своей точки зрения, потом я предлагаю опять же Михаилу потом задать этот вопрос, он более тесно общается, ну, более тесно связан непосредственно с разработкой и знает. Ну, как сказали бы многие, скорее всего, они первые, я не смотрел историю их. Ну, тут варианта два. Или они вкинули большие деньги вообще в игры, наверное, где-то 50% всего бюджета игрового уходит, а то и больше, на рекламу, на маркетинг. То есть, насколько вы крутую игру не сделали, если они знают мало людей, то, возможно, она не выстрелит. Как правило, выстреливают первые игры с какой-то новой идеей, и после нее начинаются бешеное клонирование похожих аналогичных игр. Вот. Если вы первый, и у вас есть деньги на маркетинг, большой шанс, что игра выстрелит. Здравствуйте, у меня есть такой вопрос. Вы назвали, что самыми популярными решениями для игр являются языки Unity и C-Sharp. Ну вот, лично на ваш взгляд, какие вы видите альтернативы и почему? Ну, Unity сам по себе это не язык, это игровой движок. Вот, сейчас игровых движков становится все больше и больше. Есть Unreal. Есть Crytek Engine, есть там Cocos 2D, там очень много всяких движков. Альтернатив много, на самом деле это просто инструмент, который позволяет вам в кратчайшие сроки сделать игровой проект. Я, конечно, люблю разработчиков глубоких, которые пишут и на C++, которые на чистом C++ плюс DirectX глубоко копаются и сами что-то там разбираются. Уважаю таких разработчиков, но наиболее просто пойти — это Unity, ну, он просто интуитивно понятный и простой движок. Спасибо большое, друзья, за вопросы. Если они у вас еще остались, я думаю, Дмитрий никуда не уходит и сможет ответить на все ваши вопросы. Но пока что давайте выберем автора лучшего вопроса. Ну, давайте.
девушка, которая спрашивала про Angry Birds. Спускайтесь к нам, да. Всем спасибо большое. Поздравляем!